Красик, к медузе. Где медуза? Нифига себе, ты поближе ты не смог найти место. Не, почему ты же, я навык почему не могу купить? А, я пока это не лечу, не лечу эти. Все, ладно, погнали. Давай нам проще тут прыгнуть. Конечно же, посетить это место. Погнали. Так потише делаем звук, просто именно игры. Я думаю, я проеду. Ни хрена не проеду, да? Ну, фиг с тобой. Пешком дойдем. Здесь наверняка полно пиратов. Стоит оглядеться. О, тут фотоаппарат есть, да? Вот он где. Нахуй эту жару! Так, Джейсон, разберись с пиратами. Давайте тихо убивайте радиопатрули, чтобы их добыть данные, окей? Ну и жара, блин. Лучше пристрелите меня. Ты сам это сказал. Я тебя за язык не тянул. Будем тихо, тихо идти. Убивать каждого скрытно по возможности. С
Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Да зачем привлекает внимание? Я могу так сделать. Он то ли ест, то ли что делает, блин. Да, раные повстанцы, подавитесь этой дырой! Как скажете, убьем всех, значит, по-тихому. А, что за херней тут воняет? Мной! Жопа мира, блин. Чего ты начал тут возникать? Правда, начал панику наводить. Я думал, у вас тут больше будет, чем всего чуть-чуть, ничего. Я тут потею, как свинья. Открывайтесь, их убивайте ради патруль, чтобы их добыть данные. Мы будем максимально скрытнее. Чёрт! Чёрт, словно огнём! Надо было взять резинку! Да не нужна мне твоя пушка, дай мне, ладно, не хочешь меня обыскивать. Теперь рация. Отлично. Как пикните в бровку медузу, без проблем. Но на носу корабля по любасу ходит тенечек, да? Да, ладно, но без тенечка же никак. Тихо и спокойно, тут нет никаких врагов даже теперь. Ладно, пошли дальше вниз. Ой, вверх, вниз, не говорю. Все, отлично, пошли. Открывай дверку. Броня, я знаю, переберет, что делать, тоже знаю. Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало. На медузе кто-то поднял тревогу. Кретины. Мы ближе всех. Я отсюда вижу.
Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Эй, Деннис, я напал на медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманеки. Ты нам нужен. Ой, да без проблем, я в пути. Скоро буду. Так, ладно, все, погнали. Да, погнали, переместимся просто. О, близко. А, там 50 надо, блин. Я в пути, я спасу вас, я бегу спасать вас. А я навыки, он хочет мне все. Давай, я готов. Слушаю тебя. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть? Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. А, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Угу. Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Хорошо. Ладно. Еще какие-то будут предложения? Удачи. Спасибо. Игра в грабители, понятно. Значит, сначала на радиовышку идем сюда. А тут и аванпост есть. Значит, сначала на аванпост. Сначала за тачкой. А чё тут тачки нету, Где я теперь тачку найду? Ну, пойдем пешком, значит. Давай попробуем поплавать, как получится. Налево сейчас.
А, тут полностью как тут. Ни машин, ничего тут нету. Зачем я говорю? Ты ключи от камер потерял, друг. Вот и объясняй боссу, почему. Шухер! Что за хрень? Какого черта? Мишка? А, что за херней тут воняет? Подожди, я сейчас вернусь. Мне сейчас надо вот эту тигранку поймать. Тигр был. Да, открывай ворота. Давай открывай ворота. Там животные были, там еще животные украсть. Ну уже! Давай!
Аванпост наш. Редкость золотого тигра. Хочешь еще помочь? Работа не закончена. Если выполнишь задание покажи, с доски объявлений, это очень нам поможет. Не, вот именно охотничье задание буду выполнять. Не хотя бы толстый против. Конечно, врезать же надо в дерево, которое, блин, только его будет. Где тигр? Я думал, будет сложнее. Гадость. Рюкзак. Нет, не рюкзак. Создание предметов. А, мне еще акулу нужно сначала поймать, да? А, патронаж. Это был патронаж, патронаж. А, шкура кабана, еще один кабан нужен мне. Я не знаю, где еще мы кабанов найдем, конечно. Издеваешься, сколько у тебя пульта на столе? Сколько у тебя пуль я собираю? Целых две боем, блин, спокойно. Вот две. 24 пули. Так, второй у нас чувак был где-то. Блин. А, вот тут внизу. Бузол пригодится. Ты заколебал его ножку моя. Что тут есть? Тут ничего нету. Куда нам ближе ехать? Да, пошли за радиовыступили. В идеале так их еще можно сбивать. Давай. Не туда повернули, ладно, я понял. Thank you.
Одна, два, 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 два. Патрон, 7 пуль. Надеюсь, здесь врагов не будет. А, нет, смотри, как тут враги есть. Вараны. О, вот вараны тоже нужны. Да быстро. Come on. Кто еще сейчас был тут? Кто еще тут со мной хотел повоевать? Уходите. Вставай. Вставай, здесь поднимемся. Здесь что у нас? А, вот сюда прыжок. Дальше мы пойдем отсюда. Да, вот. Встали. Давай, стой, стоим. Прыгаем сюда. Вот тоже. Поднимаемся по лесенке этой интересной. А, вот он. Спасибо за радио. Ничего на мышку. Это потом куда-нибудь нам теперь сюда надо. Как мы сюда попадем? Мой создание предметов навыки. Для припасов. Вот так вот. Ай. Сильно гранатная сумка. Рюкзак. Ой, какой рюкзак. Создание предметов. Нам нужна машина. Без машины мы никак туда не прилетим. Даже если с кавабангой лететь. Осторожненько. Блин, сейчас у меня так навернется с такими танками. Кстати, если хилиться, пока еще не упал, у тебя походу урон не проходит. Пошли дальше. Дождик, 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 дождик.
хоть стрелами так и можно загасить их спокойно. Мне патронаж нужно очень сильно. Сигнализация. Нахуй эту жару! Не, мне нравится то, что у них сигнал-то бы вырубить, и нафиг то, что нам не нужно мне. Подкреплений не будет. Отлично. Теперь я еще меньше переживаю о том, что сколько нам придет людей. Надо взглянуть. Не пускать его к оружию! Вы даже не знаете никто. Поймаем я, его! Нигде я. Куда это падла делась? Теперь он от нас не уйдет! Блять! Найти его! Эй! Ухожу! Я включу сирену! Вот тебе! Ты что знаешь, где я? Ни хрена себе, охренели. Вот он! Раскоп! Еще один. Ну где же ты? Куда ты вообще в курсе? Подожди. Мне нужно патроны чуть-чуть. Дай мне все отлично. Где-то ник. А, просто используйте войти, да? Ого. Может, ты что-нибудь свое заберешь, не? Давай сразу перезаряди патрошки. Черт! Я его нашел! Граната! Черт, граната! Я
Тонко разогреваю! Ого! Я не взорван! Все пропало! Бак! Бак, да, ага. О! И все? Джейсон, отлично сработано! Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Да ты заколебал. Теперь я тебя найду. Поймал. Черт, валим. Сукин сын. Тебе будет очень больно. Он вон там. Поймал. Настрелялись? Зверобои какие-то, примочки. Так, что у нас? Куда мы идем дальше? О, идем сюда, в радиовышку.